Сегодня депутаты городского совета заслушали планы нового главы управления образования Алексея Лобкова. По сути, так народные избранники познакомились с новоиспеченным чиновником. Лобков представил им свои идеи относительно развития сферы, в том числе намерение создать единую модель образования, внедрить независимую оценку его качества. Однако депутатов по большей части интересовало его отношение к текущим проблемам, например, ликвидации очереди в детские сады. В целом, комиссия прошла гораздо спокойнее, чем ранее при Алексея Храмцове. Тем не менее, по итогу выступления народные избранники приняли нового главу управления неоднозначно. Надеемся на то, что те идеи, с которыми поделился с нами сегодня Алексей Викторович, хорошие идеи, конструктивные идеи, они найдут воплощение и в работе наших школ. И сегодня говорили о прорыве, о котором мы говорим уже давно, ждем этого прорыва. Одна из ключевых задач – это обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях. И в том числе уход предыдущего руководителя департамента образования связан с тем, что эта задача находится под угрозой срыва. И пока новый руководитель нас не убедил, что эта задача будет выполнена все-таки к концу этого года.